Когда закроют крышку гроба, оценят дела. А когда применишь навыки самообороны на несчастном маньяке, поймешь весь ужас горя, которое ты учинил. Привет, звездные трицерапторы! Вы на канале Muay Thai CK, а я Федорович. Покажу вам отмороженного мастера кунг-фу, который учит женщин шокирующей самообороне. Это настоящий шок-контент и не для слабонервных. Я долго думал, стоит ли показывать это вообще, но мужская солидарность взяла верх, и я решил предупредить всех мужиков на планете. Как лев среди тигров, Михалыч выделяется своим профессионализмом среди остальных печников, будучи блогером канала «Пламя», по проектам которого люди, впервые взявшие мастерок в руки, самостоятельно собирают мангалы и камины. Как самому сложить мангал и у кого научиться технологии? Знакомьтесь с Михалычем. На своем YouTube-канале он рассказывает о разработанной им технологии ракетной тяги «Двойной зуб». По его проектам кладут мангалы и камины по всему миру. Переходите на канал. Here is another instance when you need to give the appearance of going along with what is happening. If you're being forced down to orally copulate your attacker, your defense is simple. Quit fighting and wait for your chance. Then bite off his penis. This will cause shock and definitely end any thoughts about rape. Let's take another look at this defense. I know this is shocking, but if you want to survive, you'll consider this a serious defense technique. Я вас понимаю. Можете поставить видео на паузу, выпить 200 грамм бурячихи и принять холодный душ. Смотреть на такое без слез невозможно, но вы должны крепиться и проявить характер, глядя страху, боли, непониманию и ненависти прямо в глаза. Конечно, я понимаю ваше желание проделать с этим мастером то, чему он учит непонимающих всех последствий невинных женщин. Этот адепт школы кастрированного красного дракона совсем поломал весло и попутал берега. Он не задумывается над тем, что какая-то обидчивая жена, которой не купили новую сковородку, или любовница, которой вместо шубы из норки купили шубу из зайца, может проделать этот безбожный трюк. Ладно, хватит об этом, а то даже от просмотра мой соколик в ужасе съежился, как на крещенские морозы в Аполлонке. Дальше тоже будет интересно. Сейчас вы увидите настоящего мачо-самурая, который может убивать не только своим завораживающим взглядом, но и в совершенстве владеет катаной, что вы увидите в конце. Этот змей-искуситель нагоняет ужас не только на женщин, которые падают в обморок от одного его взгляда, но и на мужиков, так как со своей обильной растительностью на теле он, как бабуин, не различающий самок и самцов, может оприходовать любое существо, которое неудачно окажется перед ним задом. А если вдруг каким-то чудом жертва устоит против его соблазнений, он быстро разделается с ней катаной, ибо не должно существовать ни одной особи, способной противостоять такому вселенскому магнетизму и харизме. Я понимаю, что вы уже не выдерживаете этого сексуального магнетизма в воздухе, поэтому хочу вас немного расслабить, но не очень, потому что сейчас вы увидите настоящего Чикатилу в мире единоборств, который уничтожает людей десятками.
Вы не намочили насиженное место? А чайком с котлетами не поперхнулись? Тогда, красавчики, значит, ваш характер уже достаточно силен, чтобы противостоять таким тиграм. Как парящий над бездной майский жук, уничтожающий доблестных единорогов, наш мастер вырубает людей одним ударом, да таким быстрым и ловким, что даже зоркоглазый орел не способен его заметить. Вот только есть одна значительная проблема. С этим монстром всегда должно ходить пару человек, чтобы после применения силы мастера можно было сразу откачать поверженных противников. А то убьет к бешеной лягушке, и потом придется полжизни сидеть в карцере, а то в общую камеру не пустят, слишком опасный. Ну а самое страшное — это полная отмороженность великого сенсея. Он демонстрирует, как обычный человек, который просто захотел с ним поздороваться за руку, сразу же потерял сознание от вселенского импульса силы. Вот те и на! Сказал «Привет, Васька!» и в отключку. Ну а напоследок хочу вас предупредить и показать настоящих мастеров, которые вроде бы случайно, вроде бы ненароком отключают нерадивых учеников, которые не вовремя платят за абонемент. Эта тактика давно известна среди тренеров. Если ученик много разговаривает на тренировке или задерживает оплату за абонемент, его нужно вызывать как добровольца для демонстрации приема или удара, а потом, чисто случайно, проломить говнюку череп или сломать нос. Для него это будет уроком, а остальные ученики сразу зауважают смертоносного тренера еще больше. Вот такая система. Так что тренируйтесь усердно и молча, и всегда вовремя платите за тренировки. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Пускай также знают, что бывает и такое. А вы можете стать партнером канала или знаменитым, подробнее в описании под видео. Также смотрите бомбовые видео в описании. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.